Думаю, что мы продолжаем улучшать нашу игру в защите. Понравилось, как мы в целом, может быть, за исключением каких-то стартовых минут, нервозность у нас была в защите, затем мы успокоились и хорошо на протяжении всего матча действовали в защите. Забили хорошие, считаю, голы мы. Но в целом, конечно, хотелось, чтобы мы в атаке действовали лучше. Может быть, даже не в атаке, а в контроле мяча, потому что очень просто мы с ним расстаемся, и это очень сильно выматывает. То есть считаю, что мячом должны быть, работать мы лучше. Ну а так, конечно, победа. Давно мы не одерживали победу. Конечно, это давлеет над командой. Надеюсь, что вот прибавит нам от победы оптимизма. Виктор Михайлович, вопрос по поводу Букура. Неожиданно он смещался два раза в центр, два раза забил из центральной зоны. Это была задумка тренерская или это была импровизация на поле? Ну, когда игроки высокого уровня, они сами принимают решения в тех или иных ситуациях. То есть тут мы даем какое-то направление, они принимают решение. Букур знает, как открываться, у него хорошая реализация, поэтому он нам принес сегодня 3 очка.